Ребята, всем привет! Доброго времени суток! Мы сейчас с Женей на заправке. Выехали вечером, нужно доехать до свекрови. Они у нас как бы были, родители, недавно, но мы решили еще выходной денечек уже съездить в гости. Вот. А потом, наверное, в магазины. Собственно, вот так вот у нас проходит выходной день. Есть у меня в планах на ближайший день, да, свободный день, съездить в одно очень интересное местечко, но я не знаю, получится нет, поэтому пока об этом не буду голословно рассуждать, да, то есть если получится, то получится. Вот, Женя уже оплатила, и сейчас мы, собственно, двинемся с места, я так думаю. Здесь недалеко нам ехать, ну как недалеко, минут, наверное, 15, я думаю, что ехать сейчас до свекрови. В общем, вот так, ребятки. Продолжаем наш влог, ребята, выходной. Ну, у всех он проходит по-разному. У меня вот так. Сейчас я чищу картошечку. Буду жарить ее, собственно, с окрошкой, скорее всего. Здесь подъедаю виноградик, пока чищу. В общем-то, мы сегодня дома с семьей, как и всегда. Решили никуда не ехать. Собственно, куда ехать? Погода ужасная. Ой, камера у меня немножечко трясется. Там как бы у нас дождь со снегом, не очень так, ветер такой сильный, ветрено. Параллельно здесь у меня уже яйца я отвариваю. Вот, ну это на окрошку. Ребята, уже практически подготовила здесь окрошку. Отварила яйца, порезала сюда, ну, такими крупными довольно-таки кусочками колбаса здесь. И вот эта вот зелень, она еще у меня немного подмороженное, но это ничего. Как раз таки яйца горячие, сейчас все это растает быстренько. В общем-то, это набор для окрошки, который я делаю летом. Здесь у меня и редис, огурец натертый, редис натертый, ну и также зелень, лук, петрушка и укропчик. В общем, вот такой наборчик. Удобно, кстати, очень использовать. Так что я всегда такой в запасе имею. Окрошка у меня уже такая готовая. Ну, квас обычно я использовала. И поэтому сейчас сюда я добавляю сметану. Так, чтобы это как бы понежнее чуть-чуть было. Ребята, уже картошечка у меня почти готова. Запотела камера. В общем, еще чуть-чуть и все. Можно будет звать всех к столу. И, собственно, ужинать. Вот такой у нас сегодня ужин будет. Как бы выходного дня. Ой, все, что на улице у нас происходит, это, конечно, ужас. Сейчас немножечко, наверное, подморозит, но пока еще капель с крыши. То есть вот такое половодье. Ну, как бы есть такая корочка льда. Но это так. Там, в общем-то, вода. Вчера еще был снег. Как бы выпал снег, и я, в общем-то, начала с вечера записывать вам влог. Тот момент, когда мы на заправке, это суббота, а вот как раз-таки сейчас у нас воскресенье. И получается, что видели, да, снег навалил, не знаю, видно было, нет, а сейчас, в общем-то, вот так за окном все уже тает.
стекла начинают потеть, кстати.